Очень вкусный хлеб, я его раньше любила, брала, а сейчас для меня дорого. Нина Максимовна замечает даже самый незначительный рост стоимости хлеба. В прошлом воспитатель детсада, 76-летняя женщина живет на пенсию в 16 тысяч рублей. На еду едва хватает, поэтому наедается только благодаря хлебу. Утром у меня вот чашечку кофе и хлеб с маслом, даже колбасу не всегда я себе могу позволить. Подорожание, которое ожидает Национальный союз хлебопечения, для пенсионерки критично. По прогнозам ассоциации, к концу года отпускные цены на продукт у производителей вырастут на 7-10%. Причиной тому – рост затрат на производство. В течение более чем года мука дешевела, а за последний месяц подорожала процентом на 40. И такого взрывного темпа роста ее цены наша отрасль не наблюдала, ну, как минимум последние лет 15. Рост логистических издержек мы наблюдаем уже второй год подряд, и он не прекращается. По нашей оценке, он составил почти 30% к прошлому году. Растут цены и на прочее сырье – дрожжи, масло, соль и сахар. Из-за повышения курса доллара подорожало обслуживание оборудования. Часть аппаратуры на хлебзаводах импортная. Кроме того, в отрасли наблюдается дефицит рабочих. Чтобы удержать кадры, бизнесмены готовы повышать зарплаты, рассказали в крупнейшем хлебообъединении Башкирии. С 22 по 23 год мы вынуждены были дважды повышать заработные платы до 30%. Национальные ассоциации хлебопекарей предупредили, что если ситуация кардинально не изменится, то некоторые производители начнут использовать муку общего назначения вместо хлебопекарной. Однако на этом производстве экономить на сырье не планируют, несмотря ни на что. Экономисты говорят, что отпускная стоимость хлеба у производителей напрямую влияет на цены на полках. Однако их рост может контролировать Федеральная антимонопольная служба. Если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов за исключением сезонного фактора, правительством Российской Федерации по предложению Минфина могут устанавливаться предельные розничные цены. Однако по карману Нины Максимовны ударит даже сравнительно небольшое увеличение цены хлеба. Поэтому уже сейчас пенсионерка делает выбор не в пользу самой любимой, а самой дешевой буханки. Артем Сулейманов, Рустам Укманов, вся Уфа.